Время новостей в регионе. В студии Алексей Шемякин. Здравствуйте. На сегодняшний день Архангельская область готова к началу отопительного сезона почти на 40%. Среди отстающих – Архангельск, Онега и Новодвинск. В этих муниципальных образованиях процент готовности к зиме не выше 27%. Уже могут начинать работу в осенне-зимний период 239 котельных. Всего их в регионе 657. Сейчас в районах создают нормативный запас угля и мазута, обеспечивается и резерв топлива на случай чрезвычайных ситуаций. Напомню, всего на подготовку к отопительному периоду из всех бюджетных источников выделено 2,9 миллиарда рублей. Летом этого года в полицию Архангельска обратились сразу несколько жителей разных районов города с заявлениями о пропаже автомобилей. Они были припаркованы во дворах и не использовались длительное время. Куда и с кем уехали авто, выясняли следователи, вместе с ними и Артемий Заварзин. Было две и вдруг ни одной. Архангелогородец Игорь до сих пор недоумевает, как в одночасье лишился двух машин, припаркованных у дома. Днем уже на работе мне дочка позвонила, сказала: так и так, папа, у тебя, говорит, машину нету ни одной. Я говорю: как, блядь, нет? Он говорит: вообще нет. «Волга» и «Восьмерка» долго не использовались. Собственник планировал ремонт, но все откладывал. Соседей автохлам раздражал, потому Игорь подумал, машину увез эвакуатор. Хоть и оснований для этого не было. Транспортные средства могут быть эвакуированы в отсутствие их владельцев. Например, за нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на тротуаре, а также в других случаях. При задержании транспортного средства в отсутствии водителя об этом факте незамедлительно сообщается в дежурную часть для информирования владельца или принятия в случае необходимости мер для его установления. Но устанавливать пришлось не личность владельца машин, а похитителя. Охотником за металлоломом оказался безработный, ранее судимый архангелогородец. Выяснилось, злоумышленник причастен к совершению нескольких аналогичных краж. Подозреваемый присматривал во дворах брошенную машину, преимущественно отечественного производства, после чего приходил в фирму, занимающуюся скупкой металлолома, заказывал эвакуатор для вывоза автомобиля. Он говорил, что хозяин в курсе, а документы на автомобиль утрачены. Этих слов работникам пункта приема металлолома было достаточно, чтобы вывести машину и утилизировать ее. В списке похищенных 4 авто. Выручка за каждую – 5000 рублей. В отношении автовора возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание – до 5 лет лишения свободы. Артемий Заварзин, Вера Иванова, Архангельское телевидение. В поселке Турдеевск началось строительство нового детского сада. Для местных семей с детьми событие действительно знаковое, ведь дошкольного учреждения здесь нет уже 2 года. Здание старого детсада в 2015-м было признано аварийным и снесено. Потерю, конечно, компенсировали, предложив родителям водить детей в бывшую школу. Временную группу сделали в бывшей школе. Но там чего неудобно. Там с 9 до 12 детей приходилось водить. В 12 надо забирать, потом в 3 обратно везти. Это смотрите, какая работа. На работу там все равно не уедешь. Надо все равно кого-то просить было, что очень неудобно. Многие родители возят малышей в детсады и Сокогорки, что также крайне неудобно. Новое здание будет рассчитано на 60 мест. Это 3 полноценных группы. Нами был получен типовой проект на строительство детского сада на 60 мест. В этом году были проведены все необходимые конкурсные процедуры. 6 июля мы заключили контракт муниципальный и на 270 дней, на основании которого мы планируем к сентябрю следующего года детский сад в поселке Турдеевск открыть. Проблемы с общественным транспортом в области сегодня стоят крайне остро. Большинство перевозчиков региона не справляются с той ответственностью, которую берут на себя. Нередко цена такого поведения – человеческие жизни. Как кардинально изменить ситуацию, каким образом снизить число ДТП с участием городских маршрутов и улучшить качество работы водителей и кондукторов общественного транспорта? Сегодня это обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона. Тему продолжит Вадим Федосеев. Описать ситуацию с пассажирскими перевозками в регионе можно одним словом – хаос. Только с начала года в области зарегистрировано 47 ДТП с участием автобусов. 60 человек получили травмы, один погиб.
вызывает серьезную тревогу увеличение числа происшествий, совершенных по вине самих водителей автобусов. В текущем году общее количество возросло на 17%. При этом в городе Архангельске негативная тенденция увеличения аварийности по вине водителей пассажирского транспорта прослеживается с 2014 года. Одна из главных причин роста ДТП с участием пассажирского транспорта в областном центре – это высокая загруженность дорожной сети. К примеру, только по Кузнечевскому мосту в городе проходит 28 маршрутов наших транспортных средств. Это просто ужас. Неблагоприятная ситуация в сфере безопасности дорожного движения и в Северодвинске. Проблемы те же, что и в областном центре. Автобусы проезжают мимо остановок, не соблюдается график движения. По мнению чиновников города Корабелов, это связано с непрофессионализмом водителей. Все пассажирские перевозчики Северодвинска осуществляют острую нехватку в кадрах водителей автобусов. Связано с отсутствием на протяжении длительного времени в Северодвинске учебных центров по подготовке водителей автобусов. Ну и результат это приводит к тому, что руководители автотранспортных предприятий вынуждены принимать на работу любого, кто имеет водительское удостоверение соответствующей категории. Одно из возможных решений проблемы – это субсидирование муниципалитетами затрат на обучение персонала. Но это пока туманная перспектива. Сильное опасение у чиновников вызывают гонки водителей и автобусов за лишним рублем. Однако в ассоциации автотранспортников видят решение этой проблемы. На сегодняшний день я считаю, что немножко переломили ситуацию, и многие перевозчики, крупные перевозчики, которые входят в ассоциацию, они, во-первых, переходят на общую систему налогообложения, то, что было говорили, то, что не 20 автобусов будет, а может 100 и больше будет. Вот. И в том числе меняют систему оплаты водителям. То есть надеюсь, что вот таким вот образом отгонок-то уйдет как раз, отгонок за пассажирами. Но пока изменений на улицах города не видно. Кроме того, настораживает и то, что среди пострадавших ДТП с участием автобусов есть и дети. По перевозке детей, вот у меня большая просьба, и Сергей Витальевич, и Сергей Александрович, никаких поблажек, вот даже на секунду, шнурки не завязаны, наказывайте, вот просто до этого. Потому что есть вещи, которые являются абсолютными. Вы никогда не удержите детей в том виде, на сиденьях и в автобусах, если там нет профессионального человека, который знает, как себя с ними вести. Взять на контроль этот вопрос Игорь Орлов поручил властям Архангельска. Обсудили на совещании и вопрос размещения рекламы в городском общественном транспорте. Она также вызывает немало нареканий со стороны жителей региона. Как было отмечено, есть пока только один позитивный момент в вопросе пассажирских перевозок. Автобусы нелегальных перевозчиков больше не колесят по дорогам региона. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В архангельской воспитательной колонии УФСИН заработал кружок выжигания. Уже во многом подзабытое ремесло осваивают две группы осужденных. Ребята занимаются под руководством опытного педагога, учатся управлять выжигателем, чувствовать материал и помогают друг другу. Здесь мне нравится круг общения, преподаватель. Здесь я получаю опыт, и этот опыт я хочу поделиться с другими людьми осужденными, также показать воспитателям. Мы планируем часть работы, чтобы ребята подарили своим родственникам, а остальную часть работы подарили детские дома. Мастерская по выжиганию появилась в рамках социального проекта «Измени себя к лучшему». Его реализует благотворительная организация «Рассвет». Обустроили мастерскую на средства гранта регионального правительства. В день рождения Сальвычегодска в дар Свято-Введенскому храму была передана икона с изображением двух вятских святых – преподобного Трифона и блаженного Прокопия. Святыня прибыла из Кирова по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка. Преподобный Трифон Вятский имеет немалое такое отношение к нашему городу, к нашему храму, так как он здесь бывал, в Свято-Введенском монастыре. Он здесь жил некоторое время. Обретение иконы – хороший знак, объединяющий не только два региона – Архангельский и Кировский, но и две епархии. Трифон Вятский, он уроженец Архангельской области. И нам это очень радостно, потому что он пришел просветить наш край, Пермский, Вятку. Вятки он основал прекрасный Успенский Трифонов, там еще добавляют монастырь. И мы породнились вот таким общим святым. Это великолепно, потому что мы думаем, что теперь мы будем постоянно молиться о вас, а вы будете молиться о Вятке. В честь Прокопия Чудотворца в Сольвычегодске названа и Прокопьевская ярмарка, которая ежегодно собирает творческих людей со всех уголков страны.
Ну что ж, информационные итоги сегодняшнего дня в 19:20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь.